Мы обязаны его сдержать. Определить причину демонического вторжения невозможно, пока связь со спутником «Разбрез» не будет восстановлена. Здравствуйте. Я доктор Сэмюэл Хайден, глава этого комплекса. Я думаю, мы сможем работать вместе и решить эту проблему к обоюдной выгоде. Начинается блокировка. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Нельзя дать ему покинуть это место. Он может все разрушить. Я беру на себя полную ответственность за все ужасные события последних 24 часов. Но вы должны понять, мы интересовались их миром исключительно ради блага человечества. Да, все вышло из-под контроля. Но, уверяю вас, у нас были веские причины для такого риска.